Всем привет, всем привет, ребят, с вами Шмейнков, на канале Шмейнков, сегодня поиграем. Дальше будем проходить Chaos Bane, Warhammer, да? И мы с вами тут выполняем какие-то миссии, я уже забыл на самом деле. Да нет, на самом деле вчера играли, да, надо сегодня продолжить. С самого дня атаки мы лишь оборонялись и отступали, но сегодня это прекратится. Коль скоро тащимся мы по кочи с культом в нуль, не при всего нужно отрубить гадюки голову. Давно пора, я же нам отходил самую голову. В канализации есть несколько огромных лагерей культистов, хотя одного из их лидеров в плен, он должен знать. Кстати, мы с вами играли в... Знаете что, мы с вами играли в... Ой, ёптель, подожди, высоко. Я на обычный играл. На обычный не очень интересно. Давайте попробуем на высокой поиграть. На высокой поиграть, потому что... Ну, было не очень интересно на обычный играть, потому что мы с вами как эти... Ну, это как... Это то же самое, на самом деле, вот как мы играли... Диабло компания, на самом деле, на обычном уровне тоже то же самое. Там нету никакого развития персонажа. Ты также там убиваешь просто всех. Просто там... Ну... Просто там ты... Так, мне нужно еще вспомнить, что это за кнопки такие, я забыл, какие кнопки у меня. Просто там... Там было немножко посложнее, потому что ты... То есть мы с вами вчера играли, да? То есть первое вчера было прохождение, знакомство с игрой. Мы, то есть, особо не почувствовали, как бы, какого-то напряга с прохождением совершенно. Ой, ёпта, мать. Да, чуваки сильные. Ну, это какие-то такие уже мощные песосы какие-то на нас нападают. Так, ну у нас, видишь, еще с тобой этого нету. А, ну они, короче, долгие, я понял. Они, пока они, короче, замахнутся, тут 3 часа пройдет. И... А они не пускают меня, типа, к этому? Вон они какие хитрые. Они меня не пускают... не пускают прыжок делать, мой любимый, да? Опа. Это что такое? I must return to the fight. Да я понял, что ты орешь-то сразу, ну. Тихо. Там этот ссаный маг, надо его копнуть. Да, вот сейчас посложнее стало немного, потому что я... I need to fight. С магом посложнее, да, вот с этим становится играть. Да блин, надо добить этого ссаного мага. Он мне всю малину портит. Все, вот им конец теперь. Или нет? Да. Да забей, слышь, ну хорош, ты подыхай ты уже. Что это я там набрал? 14%. Пока не понял. А, кстати, знаете чего? Я помните, я вчера говорил, что за говнище, за фрагменты. Я так подозреваю, это будут фрагменты, это типа как эти камни мы собирали. Но там камни, помните, нам нужно было и выгружать из инвентаря. Потому что они все время копились вот здесь. А, подожди, у меня есть амулет какой-то прикольный, да? Браслеты новые, броня и максимальное здоровье. Да, давай, конечно. Топор говно. Броня новая, смотри, какая-то регенерация и здоровье. Так, а тут энергия, нахрен. И так, это та-ра-та-ра-та-ра-та. И смотри, урон, максимальная энергия, качество предметов. Но без здоровья, типа. Но урон больше. Ну, пока так, короче, побегаем. Да, скорее всего, я что-то вчера вспомнил, что, скорее всего, это как камни были в Диабло. Ну, в Диабло мы собирали камни, а здесь
Ну, то есть... А здесь они сразу, короче, в этом и все. Сразу они в этом и все. Так, и большие, короче, чудища на крюк... на крюк, короче, не дают нам про... Ёп, твою налево. Опа, а почему я... А, меня ударило тут что-то. Ага. Блин. I need to fight. Да ёпт. Это, короче, основной типа черт будет, да? Долго. Блин, он меня задел, падла. Улетаем. Не, ну если столько долбить одного этого моба дурацкого, это очень долго, реально. Так, мы успели отпрыгнуть или не успели, не знаю. Так, это амулет семьи, не то. А что он мне дал? Ускорение отката максимально на здоровье. Здесь снижение стоимости. Так, давай вот это возьмем. Так, здесь амулет семьи. Максимальное здоровье минус 1, ускорение отката 81 урон. Ну, около 81 урон. 56 урон, 81 урон. Ты что, прикалываешься? Критический здоровье 136. Нет, давай вот так, да. Так, нам выпал какой-то новый топорик. Давай посмотрим, что... Да блин, еще один на этот ублюдок. Зажались, суки. Да ладно. Он попал по мне, падла, давай. Ну, тихо. А, да, точно, я забыл. Извиняюсь. Короче, да блин, это тупое животное, которое... Ой, ты сучка. Надо, короче, поменять на правую кнопку отскока, а не на пробел. На пробел, короче, очень долго. Надо просто запоминать, что там на пробеле у меня... Оп. Оп. Критически прошел. Да ладно, как? Я же далеко был. Что за бред? Так, вроде успели отпрыгнуть, да? Так, что он там нашел мне? Так, мне новый этот, что ли, да? Что это за говно? Не идет. Урон плюс 25. Ну я, блин, я потеряю 150 здоровья. Я вот не знаю. У меня 5900. А, ну в принципе, слушай, если 5900, то... В принципе, не знаю. Так, ну сейчас, подожди, сейчас будет какой-нибудь, сейчас будет прикол какой-нибудь, потому что мы будем с нормальным уровнем, и мы сможем что-нибудь увеличить из побочек там или что-нибудь такого, поэтому не стоит особо переживать. Сейчас, да, сейчас придется очень много клацать по кнопкам. Очень сильно, ой, очень сильно, очень много. На самом деле, вот я не очень сильно ощущаю разницу между уровнями, просто потому что, ну, я больше просто тыкаю на кнопки. Так-то чё? Жажда крови. Нажмите, чтобы активировать жажду крови, когда шкала заполнена. Собирайте красный сверх, появляющий на труп, попробуй, чтобы восстанавливать здоровье и заполнять шкалу жажды крови.
Что? А что жажда крови-то делает? Я что-то не понял. Ну. Нажмите, чтобы активировать жажду крови, когда шкала заполнена. Что она делает-то, эта жажда крови? Я не очень понял, описание какое-то дебильное. Ну, жажда крови, дальше-то что? Что мне с ним делать-то с этим жаждой, с этой жаждой? Жажда крови, что дальше-то? Это я и реально не понимаю. Но сейчас проверим, короче, ладно. Я там ускорюсь или что? Или уроны, типа, в два раза будут сильнее? Ой, ёп, твою мать. А, я просто херачу их по полной, ёп. А, я просто, короче, вокруг себя делаю какую-то херню. Сдохнешь сегодня или что? Так, фрагменты из... А чё он дал? Ага. А они что, боятся, что ли, этого огромного? Почему они не атаковали? Что это такое? Вот. Что-то там нашел, да? Здорово. Так, что я там нашел? Броня плюс 10, здоровье минус 8. Да, давай. А, подожди. Урон от контратаки нет. Так. 3,7 откат, 84 урон. 3,7 откат, 84 урон. 84 урон. 182 здоровья, 171. Блин, а что там 84? Ну блин, плюс 2 урона как бы. Нулое говно. Серьезно. Так. Вот это что такое? Я почему я не могу нажать? А, могу. Мне нужно же его просто отжать, нет? Это, по-моему, какой-то этот, нет? Рычаг. Или не рычаг. Понимаю, ну ладно. Так, давай тут разрушим этим. А пока, короче, ну да, тут по себе. Ой, подожди, там вон что-то валяется. А, золотишко и все. Здорово. Так, как оно? Эк. Ну, здорово, пацаны. Ай-яй-яй! Что это такое было? Ёпт! Да ёпт. Блин, она еще, смотри, нормально так цепляет-то меня. Придется хавать. Подожди, 10 уровень, это уже что-то. А, и плюс у нас, смотри, у нас татуировки троллейборца. Что тут у нас? 187, 04, 352. Да, давай.
То же самое, но не то же самое. Так, здесь у нас какая-то бля-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 бля. Так. А, я хотел посмотреть, у нас же уровень вырос, поэтому есть... Есть какие-то навыки. Что за навыки? Дикий взмах специалист. Круговой удар топором накапливает энергию, дает дополнительную энергию за каждый урон огнем, дает энергии, бонус к получению энергии. В смысле? 4 очков навыка, а у меня 2 всего? Чё за бред? А, я могу что-то убрать, что-то могу. Бросок Мстителя. А это можно убрать? 7, так. Ага, о. Так, тройка бешенства. Атаки не надо. Обверяю. А можешь убрать это говно? Ага. 3 очка навыка всего. А, это 0 типа очков. Разрывание, это, короче, давай на двойку. Брать. Сколько нужно? 10, ю. А, я только одну из этой вкладки могу. Все, понял, бешенство. Оплот, потому что мне нужен этот. Ну да, 1-4 и пробел получил. Ну да, я должен их вообще сейчас фигачить нормально так. Да, короче, тут через очки навыка все сделано. Да, это самое. Подожди, а что у меня было на правой кнопке? У меня было бешенство, так обоим тупом. А, вот, да, давай на правую тогда возьмем. И что, 8? А, ну она нулевая. Она нулевая. 8 очков, а все, больше да, ничего не могу. Да ёпт! Что, дурак что ли? А он им здоровье прибавляет, да? Опа, бля. Опа, бля. Опа, бля. Да понятно, понятно. Сейчас все будет, не ссы в трусы. Так, где там этот ублюдок был? Ну и сюда падал тварь. А, не попал? Не попал, лошара? Ну и все, выпендривался, господи, а. Как будто он тут главный. Псина, а. Так, хорошо. Здесь мы прошли. Давай-ка сюда сходим, посмотрим, что здесь. Золотишко. Пока непонятно, зачем она нужна. Золотишко. Может, на какие-то улучшения, да, может.
Так, мы же здесь не были с тобой вообще, да? О, сундук. Амулет и что-то еще было. Что-то еще там было, да? Давай сразу посмотрим. Амулет регенерации здоровья. Ага. Так. Кольцо художника. Откаты и здоровье. Что у меня там по здоровью? 6400, да, уже нормально, в принципе. Ну, хотя, я не знаю просто в этой игре, это нормально или ненормально, но пока вроде только у нас все было, в принципе, нормально, кроме, когда мы сейчас вот, да, дрались, была небольшая загвоздочка. На-на-на. Иди сюда. А, короче, если крюком в него, в прикинь... короче, если крюком в него вкидываешься, то... подожди, у меня было, знаешь что? У меня на правую кнопку-то было немножко другое. На правую кнопку у меня было то, что он мечи выкидывает. Пары, точнее. Он кидает топорами. А, ну видишь, я ярость накопил, например. Я не знаю, надо ли она сейчас. О, еще одна ярость. Подожди. Сейчас я тебя кончу, подожди. Разрывание. Каждый удар вашего топора исцеляет ваши раны. Разрывание? Нет, подожди. Бросок Мстителя. Очки на мощный бросок прямо вперед. Нет, это не то. Это, по-моему, вот это было разрывание. Я могу его направо поставить? Подожди. Да, это вот это было разрывание. Все. Да ёпт! Второй раз пропустил уже. Так, бамс. Там туда мне нужно, по идее. Но подожди, сейчас мы еще хочу здесь походить. О, здорово, пацаны. Как дела? Как дела, пацаны? Нормально? О, сундучок, я же говорю, надо сюда пойти. Пойти плить. Все, больше тут ничего нету, больше вроде ничего нету. Хорошо. Запутались. Теперь можем с этим, сейчас. Опа. Чё? Гномятина, убейте неверного! Не, ну так-то каждый может. Ну, давай, 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 давай. Возьмись в вожака в плен. Ну подожди, я пока не хочу.
Так, сейчас мы тут все соберем, посмотрим, что тут. Больше ничего тут нет, никаких приколюх нету. И не будет, что ли? Так. Браслеты. Браслеты меняем. Кольцо ученика не меняем. Кольцо художника. Максимальный урон. Снижение стоимости чего? Из заклинания или чего он хочет? Наверное, что-нибудь типа того. Так. Не, давай, я здесь. Я не, еще походим тут. Интересно найдем. У-ля-ля. Тихо. У-у-у. Не, давай вот между 455, бонус к скорости, вот эти вот. Огнище. Вообще огнище к скорости, бонус, это всегда приятненько, всегда приятно. Почему я не могу пройти? Потому что мне нужно взять в плен этого ублюдка. Наргол, прошу тебя, гнилью гном, сгниют кишки твои, сгниют. А ну заткнись, козе ты сын, орать будешь, когда я тебя поддам как следует. А, выберитесь из канализации. А чё, мне его не надо брать? Надо? Ну хорошо. Ну хорошо, пойдем тогда. Вроде все собрали. Вроде все собрали, вы задание выполнили, мы молодцы. Крутуши молодцы. А, кстати, подожди, давай сразу сюда зайдем. А, или может он что-нибудь мне даст, да? Да, пойдем посмотрим. А где он? А, он там внизу. Ой, он тут наверху. Привет, я тебе пленника только за задолку, от него чуть. Он больше зверь, чем человек. О, мне все, он все равно... Он мне все расскажет так или иначе. Возвращайся, когда будешь готов. Уверен, к тому моменту все уже прояснится. Хранилище. Хранитель должен в вашем сундуке в спальне. Ага. Пойдем посмотрим. В сундуке в спальне? У меня есть спальня? Это что такое? Это моя спальня? Да ладно. О, нормально. Это ваш личный сундук. В нем можно хранить предметы и даже передавать их между персонажами. Нормально. Нормально. А на Е я вам сразу туда перетаскиваю. А что значит Е? А зачем мне эти шмотки? Не надо, отстань. Да, конечно, нахер я пойду их сдам. Ну а нахер они мне нужны? Ой, а это что такое? А это что было одето, типа? Инвентарь, сундук? Чего? Ничего не понял. Ну, поговорить с Текнесом уходом. А зачем ты все снял-то? Ты дебил? А нахера он все снял? Мне... Кто мне может рассказать? Чё все съехало, бля? Чё происходит? Игра, твою мать, налево. Ты дура? Кто ты? У него два топора в руках. Или что? Я ничего не понимаю. Кто ничего не понимает? Почему у меня все уехало? Но он через урон идет. Подожди, я пока ничем не зачем мне. Ну, короче, как-то так. Ох. Ну боты вот эти были, рукояти вот эти, по-моему, были, да, да. Одни штанцы. Это было. Или вот этого лучше взять. Броня минус 17, но максимальный здоровье, урон от контратаки идет. Ну ладно. Болтал. Вот это все.
Так, ну что? И сегодня нам повезло, Унгор на редкость охотно предал своих человеческих союзников. Рождение зла говорит, что главаря зовут Фридрих Кесслер, и оно любезно готово привести нас в святую святых культа. И что ты предлагаешь? Довериться этой козлине вонючей? Дело не в доверии и не в словах. Дело в том, что любому хауситу свойственна ровно одна вещь — невероятный эгоизм. Ради спасения своей шкуры они вонзят нож в спину любому из своих ближних. Чудовище боится смерти, потому с радостью обменяет свою жизнь на жизни своих товарищей. Да ты что? А что им помешает обменять мою жизнь за свою? Угроза немедленного обезглавливания, говорят, творит чудеса. Спустись в канализацию. Подожди, ну мы не будем пока спускаться. Давай мы пожертвуем это говно все. Мало репутации, да? Ну хорошо. Основное задание, конечно же, да. Конечно же. Конечно же. What's all this? Это еще что такое? Восстаньте же, дети Нургла! Убейте еретика во славу богу чумы! А, ты решил меня нахлобучить? Меня решил? Подожди, ну тут ничего не валяется больше, да? Да блин, у меня ХП не теряется, ёпти. Сейчас у меня ХПшка вырастет, подождите. Сейчас. Давай, иди сюда. А с хуй... А почему я получаю урон-то? Сука, а какого хера я получил урон-то сейчас? Нет! Сучка грязная. Вы убиты, вы можете вернуться в бой раз, но после выхода с уровня вам придется его заново начать. Плата за воскрешение, плата за воскрешение, золотые кроны. А, вот это получается 4 кроны за воскрешение. Окей. Ты затрахал как, а? I need more time. Да ты не ссы, раз на раз-то мы с тобой нормально сейчас все порешаем, правильно? Мы, может быть, еще раз договоримся с тобой, и, может быть, ты мне расскажешь все, что ты хочешь, хотел мне рассказать, точнее. Не-не-не, стой, ты чего, маленький мой? Я стал стоять, бляха. Да, блин, сдох я, конечно, но я не успел это... Я просто не очень понял, он... Ну ладно, это уже, короче, мелочи. Максимальный здоровье ровно от контратаки, да? Регенерация в минус уж, ну и насрать. Ну да, мы зато потратили... Зато потратили 1000 крон. Короче, кроны нужны, чтобы восстанавливаться, да? Я думаю, что ничего покупать мы не будем, потому что это бессмысленно. Ну типа... Ну не то, что бессмысленно, а просто бессмысленно. Вот это нормально. 109 урон, 220. 109-220. Ускорение отката. Чё за откат, блядь? Откат это что такое? Откат это как? Где откат? Откат это что, что у меня на пробеле? А где это посмотреть, что у меня на пробеле?
Короче, ну ладно. Понятная игра, ну ладно. Откат — это то, что я думаю, или... Ёп. Классно. Более здоровый, максимальная энергия. Топор какой? Вот этот? Или бронебойность, урон, снижение стоимости какой-то тоже. Понятно. Ладно, давай я поменяю. Ну это типа легендарный считается, я так понял, да? Слушай, а если... Блин, на самом деле можно было уйти с уровня, да? И... Или нельзя было так? Ну ладно. Ну да, видишь, я уровень поменял немножко, стало... Потому что, ну, ты их, короче, не сразу запинываешь, этих упырей. А, то есть... На какое-то время прождать, чтобы... Ну, то есть это прикольно, то, что, ну, нужно немножко вот так попинать этих упырей. Немножко на дорожку. Картошки немножко на дорожку. Что-то пока особых этих нету, да? Не, ну мелкие эти вообще неинтересные персы. Блин, отравился, сучка. Опа, шаманище. И чё, ты сдох, мне ничего не дал? Песос. Ну ладно. Блин, в ту сторону. Ну, давай еще по этой стороне пройдемся, конечно. Посмотрим, что и как. На самом деле, зря я сделал уровень сложности побольше, потому что, ну, как бы я хотел по сюжетке просто пройтись. Посмотреть, что тут по уровню сложности, как бы, да, ну, типа... Не, я так понял, подожди. Я так понял, что... Ой, я так понял, что... Да ёпт. А, я не могу здесь, наверное, делать же уровень сложности, потому что... Да, туплю. Уровень сложности там меняется. Ну, как и в Диабле, кстати. В этом в лобби. Атак! О, сундук. Хотя можно и на этом уровне сложности побегать. Ну, да, пока, короче, так... Да ёпта, опять он меня отравил. Писо. Так, ладно, все, да, тут все зачистили. Пойдем тогда туда. А жажда крови со временем меньше становится или не меньше? Или неинтересно? Тебе как, интересно или неинтересно? Извиняюсь. Ой, что-то расчихался, ё-моё. О, нормально. Уровень подняли. А, последний оплот можно увеличить, да? Даже за уровень дают эти очки. Подожди, 4, но если мы не будем брать оплот, например.
да, убрали 9, да? И разрывание, тогда 14. Я хотел... Что я хотел? Разрывание специалист я хотел, да? Очки навыков 10, вот так вот я хотел. И 4 остается на плот. 10, блин, ладно. В смысле? Опять нужно. Ну, подождем, хорошо. Подождем, чё, подождать-то? Ну да, с этим, с разрыванием тут поприкольнее. С разрыванием поприкольнее, конечно. Не-не-не, давай туда дальше. Всю, вовсю. Вот, да-да-да, вот так пойдем. Вообще класс, найс. Вообще на изи. I need more time. Так. Да. Это кто там? А, это тупырь. Блин, жалко, что он ничего не скидывает, упырёныша. Так, в принципе, нормас, да? Так, тут больше ничего нету, да? И тут, что ли, больше ничего нет? Ну, ё-моё. Только сундук был, да? Так. Либо налево, либо направо. Ну, давай сюда направо пойдем тогда. Ой, ёпта. Это что за говно? А, блин. Твою мать! Вот... ну ладно. Да, потому что не работал пробел, я так понял. Или работал, или не работал, не знаю. Ёпть. Короче, типа, потому что там ты приходишь. Здорово, здорово, чувачки. Так, стопэ. Броня минус 6, регенерация и... Опс, так.
Upside down, upside. Бронебойное снижение стоимости. 81 урон. Это вместо кого? А, ну да, мы это уже видели. Это у нас уже было. С этим-то что? С вот эти будем брать? Бронян и здоровье 52. Ну давай, да. Не, я так понял, чем больше уровень сложности, тем как бы, ну, ты же больше будешь собирать этих фрагментов и всякого говна, и будешь шанс выпасть, типа, какому-нибудь дерьму. Правильно я понимаю или неправильно я понимаю? Да блин, а что это деньги туда упали? Бабосики мои, а? Бабусцы мои. Так. Это на выход, типа, уже, да? Но вы же знаете, что я не буду на выход проходить. Ой, выходить, в смысле. Проходить. Выходить на выход не буду, потому что... Почему? Потому что пойдем, что-то полазим. Так, а чё? Блин, нам нужно... Нужно оружие. Нам нужен сет. Я не знаю, на самом деле, сет тут как бы играет какую-то роль или нет. По идее, там какого-то урона бешеного вроде ни одного из сета я не видел, чтобы предлагал, да? Ну, типа, знаешь, как в этом... В Диабло там у этого сколько там было урона? Плюс, да, по-моему, 1000 или нет? Процентов. Или 300? Или нет, подожди, кто... Ну, какое-то огромное было у охотника на ведьм за базовый там какой-то... Такое будет или не будет? Здорово, пацаны. Чё трётесь? Блин, ты чё не помог своим собратьям-то, алё, упырь? Так что? А мы ещё там не были? Блин, там ещё большой-большой этот, а там ещё тоже не были. Мыши какие-то, денежки. Мы же с тобой начали умирать, поэтому надо же деньги, даже денежки нужны, да? Если не умирали, так нахер они не нужны? Да, скорее всего, деньги будут плата за, типа, добавление этих камней, фрагментов, типа, оружия. Ну, скорее всего, я не знаю, ну, такой же, если так же сделано, как... Если все сделано, как в Диабло, то, скорее всего, да, что эти камни можно будет, типа, улучшать оружие с помощью этих камней. Немножко чаевочку. Мы еще с тобой здесь не были, смотри. О, подожди, эти же рушатся. Я и забыл. Че? Ну, ничего толкового не выпало, да, с них? Так, давай, да, зачистим эту канализационку, да? Да блин!
Ну да, по идее, просто бегаешь, махаешь мечом этим дурацким. Топорами, точнее. А эти-то откуда взяли? Я же вроде... А, ну да. Да, мы вот оттуда туда пошли. Так, окей. Да блин, вот... Долго они, короче, эти Да, наверное, эту серию, наверное, на этом уровне сложно поиграть. Следующую уже, ну, поменяю назад, потому что, ну, хочется посмотреть, что по компании, а не что по... как тыкать кнопкой. Ой, а кто это сказал? Там какой-то опять новый босс или нет? О-о-о, забежали, забегали, ты посмотри, какая. Покури. Вы чё нахер? Страх потеряли совсем, что ли, а? Чё, не выползет какая-нибудь? Ну, блин, слышь, я за вами чё, будем совсем бегать, что ли, алё? Дури, блин. Мелкие. Золотишко. Так, чё, подожди, стоп. Да ёпте. А, вроде все, да? Все зачистили, так что уходим со спокойной душой. Уходим с уровня со спокойной душой. Мы еще даже собрали эту... Она все время будет, типа, или нет? Жажда смерти это. На самом деле, эта жажда смерти меня немножко подкосила. Потому что, я так как понял, пробел не работает при жажде смерти. Надо, короче, проверить. Он просто бьет одним. У тебя остается один удар, и все. И ты как дурак, типа. Машешь одну атакой. Но она мощная, якобы, да? А, у нас что-то там выпадало, кстати. Давай посмотрим наш шмот. Или не будем смотреть на. Надул тебя, зверолюд, завел меня прямо в логово ко всяким чудищам, да. Клянусь Гримниром, вот это было славное месиво. Неожиданно и тревожно. Я представить себе не мог культа, которому Унгард был бы столь предан. А если не можешь представить культ, то кого можешь? Я не знаю. Не знаю, это тревожит меня. Коль скоро слуги хаоса скорее умрут, чем выдадут свой храм, нам нужно найти иной способ отыскать его. И надо думать, ты уже придумал очередной хитрый план. Ну давай, обещай, я послушаю.
Босс знает о культах куда больше, чем любой житель Нульна. Поговори с ним, возможно, в его голову придет какая-нибудь светлая мысль. Особливо, ежели я ее отрублю, да потрясу хорошенько, чтоб выпало. Прости, я не расслышал. С удовольствием говорю, залезу нашему славному охотнику в голову. А что ты, что-то другое услышал? Боги благословили вас, и до первой своей смерти вы будете находить лучшие предметы. Сисюли. Так. Стопоранский. 106 и 224. Ну да, конечно. Броня, здоровье, максимальная энергия. Это куда? Это на ноги? Давай. Броня, регенерация, здоровье. Давай. Говно, говно. Так, так, короче, что, продаем это мы, да? Ну, кроме, давай, кроме легендарных, короче, мы все это мы задарим этому чудочку. Кроме легендарочек-то, конечно, да? Блин, ты что, прикалываешься? Ну, сколько можно? Меня доить, он меня просто доит за эту самую. Подожди, давай посмотрим, я хочу изменить сложность. Качество на предмете плюс 408, это дополнительное золото плюс 8, это, блин, фрагменты плюс 60. А если на обычном... Ну, кстати, на самом деле не очень-то и как бы... на какой я стал, подожди? На высокой, не на обычной, а на высокой, да? На ней останемся или нет? Просто очень долго миссии проходятся так-то. Я бы просто хотел посмотреть на сюжетку, а не на это. Так, давай посмотрим. Ты отвечаешь не за урядным везением, браги грызущий секир. Не столь же незаурядной глупостью, раз веришь в слово Хаусита. Ха, да как же можно не угодить засаду, вам такая славная битва. Так, стой. А ну ты знаешь, неужто следишь за мной? И в этом нет ничего странного или удивительного. Я слежу за всеми везде. Ха, ну так, следил бы получше, что ли? А то в Нульне прям перед носом у тебя вон какой культ вымахал, гляди. Мне некогда болтать, гном, чего тебе? В концентрации где-то есть Хамнурго. Тех избавит, что ты можешь помочь мне. Уж не знаю, откуда он это взял. Часто крутители шифруют свои тайны в письменах, что наносят на свое тело. Обращаю самое пристальное внимание на любые сложные татуировки, и, возможно, найдешь то, что ищешь. Гримнирова зубы, опять же, твари ловить! Но для шаровки и татуировки целый культист совершенно не обязателен. Отыщите лидера культистов. А это прямо здесь рядышком, да? Да. Опять в канализации спускаться. Так, а сколько времени? Ой, ребят, на этом я закончу эту серию. Данную серию по данной игре. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шамык. До скорых встреч в Кэусбейне. И в клоне Диабло, я бы сказал, да? Всем счастливо, всем пока, ребят.